Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Общественники предложили ужесточить наказание для нетрезвых водителей, но не для всех, а только для тех, которые управляют автобусами, такси или другим общественным транспортом. Штраф для них может остаться прежним – 30 тысяч рублей, а вот максимальный срок лишения прав планируется увеличить с 2 до 3 лет. Свое предложение активисты объяснили тем, что на профессиональных шоферах лежит больше ответственности. Трасса 101. По данным страховой компании «Согласие», самой угоняемой легковушкой в России в этом году является Hyundai Sonata. Также злоумышленники часто покушались на BMW 7 серии и внедорожник Lexus LX 570. Реже всего преступников интересовали Nissan Tirana, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Рекордную компенсацию за угон получил владелец Land Rover в Москве – более 10 миллионов рублей. Трасса 101. Две трети российских автомобилистов, опрошенных порталом «Автомейл», считают, что автопроизводители не должны отказываться от машин с механической коробкой передач. Опрос был приурочен к заявлению концерна Volkswagen о том, что с 2023 года он начнет выпускать авто только с автоматической трансмиссией. Соответственно, одна треть россиян полностью разделяет планы немцев. Добавлю, уже несколько лет в нашей стране продажи легковушек с автоматом уверенно превышают продажи авто с механикой. Трасса 101. Компания Hyundai вот-вот начнет серийный выпуск своего самого маленького кроссовера. Длина модели под названием Casper всего 3,5 метра. Ориентированная в основном на молодежь, она будет оснащаться однолитровым, трехцилиндровым, турбированным, бензиновым мотором мощностью 100 лошадей. Трансмиссия, механика либо автомат. Возможно, новинка доберется однажды и до России. Трасса 101. Вы планируете продать свой автомобиль и хотели бы знать его реальную стоимость. Оценкой рыночной стоимости транспортных средств в Кирове занимается компания «Экскон». О сути процедуры расскажет руководитель отдела транспорта компании Константин Кузнецов. Мы занимаемся оценкой автомобиля. Для этого надо просто приехать с документами на автомобиле, своими документами к нам в фирму. Желательно иметь чистый автомобиль, предоставить его на осмотр. Мы выявляем повреждения внешние, если надо, можем заказать внутреннюю диагностику автомобиля где-нибудь на сервисе. И после этого, учитывая все эти недостатки, либо улучшения, если они там есть, мы определяем стоимость рыночного автомобиля от 2 до 5 дней. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Либкнехта, 13. Телефон горячей линии 73 50 50. Сайт x-kon.ru. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.